Ребята, сегодня мы собрались для того, чтобы напомнить вам, что у каждого из вас есть мечта. И к этой мечте нужно идти обязательно. И если вы к ней будете идти, то вы ее добьетесь. Именно поэтому мы сегодня здесь и собрались. Сегодня россияне выпустят 108 тысяч шаров. По 1 000 шаров на каждую минуту полета первого человека в космос.